Самый короткий поезд. Ничего, в Лазаревском. Всем привет. Мы с вами на улице Социалистической. Маленькой, коротенькой, но гордой. Прогуляемся в сторону моря. Обычно я хожу от кинотеатра «Восход», но сегодня что-то как-то нет, лень. Кстати, обратите внимание, серебро со скидкой 30%. Мы закрылись. Цикады. Цикадят. Текила пока не работает, требуются официанты. Ну, улочка торговая, сами знаете. Вкусно пахнет чаем, таким вот добавками. Сувениры. Всякая всячина. Как и на Палово, как и на Калараш, везде. Но есть здесь своя изюминка. Русское застолье. Будет. Нагуляю аппетит, на обратном пути обязательно зайду. Снимем отдельный ролик. Пока после завтрака особо не хочется. Ну, с утреца тут уже всякие вкусняшки готовы. Но диких очередей нету. В обед будут все очереди. Приветствую вас. Плов уже к обеду готовится. Второй уже? А, ну да, логично, второй. Так что все добро пожаловать. Я, может, тоже на обратном пути заскочу. Цены, пожалуйста, вам. Все вкусно. Рустям не даст соврать. Я уже отсюда увижу море. Видите, какая коротенькая улица. Ну, как сказать, густонаселенная. Справа сюда вверх и вот внутри на территории этого некогда закрытого предприятия автостоянка. Так что имейте в виду, кому нужна автостоянка. Вообще вот в этой местности, на территории бывшей сюда вверх, очень много автостоянок. Вот с улицы Адольского парочку найдете. Здесь вот внутрь, так что если вы хотите где-то припарковать свое транспортное средство, то вам сюда. Тут их много, как минимум три, это что на моей памяти, а там может быть их и больше. Деревяшки всякие, гуси, что-то в этом году стали популярны гуси, я смотрю, с такими гусями идут люди, преимущественно дети, я не знаю, как они их обратно повезут, там один гусь на один чемодан, наверное, точно. Рыбки объедают, требуется персонал, видимо, рыб тоже едят, я рыб отношу в данном случае к персоналу. Сувенирки, полотенчики, мыло всякие. Приправы, вспоминаю все время про Ирину, надо зайти на рынок. У Марины там сладости, чучхеллы, смотрите. Давно тоже в гости не заходили, покажу вам лаванду, гордую лаванду. Итак, он доброе утро. Смотрите, как они красиво играют, прям на лучах солнышка. Ну и всякие сладости, как всегда, похожие на червячков. Ну, чучхелла, сами понимаете, самое главное. Доброе-доброе. Самое главное, самое вкусное на нашем юге. Ну, это лакомство нашего детства, скажем так. Экскурсии, путешествия с Михаилом. Смузи мохито, вина Кубани. Вина Кубани я показывал, там все стены исписаны. Все какие хотите города. Вся территория Российской Федерации. Сейчас покажу. Прикольно. Белгород, Липец, Нижний Новгород, Курган, Чехов есть. Некоторые названия для меня вообще не знакомые. Липецка смотрю много, Ижевск, Воронеж, Волгодон. Где Волгоград? Если у вас Воронеж, должен быть и Волгоград. Наверняка есть. Тамбов, Липец, Мурман, Вологда. В общем, вся Российская Федерация в полном составе. И Томск тоже. Ладно. Так мы до моря не дойдем. Здесь имеется туалет в районе Армана. Столовая и туалет Арман.
имени отель, все, Арман тут. Но мы приближаемся к пляжу Гренада. Сегодня море непонятного разного такого цвета. Вообще разного-разного. Я это подчеркивал в одном из роликов. Но был на самой кромке, поэтому не мог вам показать в полном объеме. Сейчас чуть-чуть повыше. В общем, увидите. Наверное, отсюда лучше. Бананчики, кстати, работают, катамараны тоже. А вон пляж и морская волна. Все, социалистическое все. Пойдем гулять дальше. Всем пока.